Всем привет, друзья и подписчики моего канала. Сегодня я снимаю новый обзор на новую операцию. Очень новую операцию, она только что вышла буквально. Bloodhound. В общем-то, что она из себя представляет? Во-первых, операция сама покупается за 300 рублей, ну, за 318 рублей. В принципе, небольшие деньги для нее. Вам при покупке даются вот такая вот медалька, по-моему, очень клевая. Тут новые ножи и черепок такой. Вообще клёвая медалька выглядит, на самом деле. Очень порадовало. И также у вас появляется вот такое вот окошечко. С новыми заданиями. Первое окно, значит, тут какие-то обычные задания от одного человека. Там, по-моему, вот эти задания мужчина дает. Ну, в принципе, я ничего не могу про это сказать. Вот это окошко, это дает женщина задание. И также по выполнению. Также есть вот такое окно, тут... Карта участника операции. Вот я уже 3 задания за сегодня выполнил. Завтра появятся еще новые операции, которые можно будет выполнить. Тут есть вот эти сами книжки, успехи. Вот успехи у меня в игре. Я сыграл только что катку, она была очень потной. И вот тут будут показываться все ваши умения. Сколько вы сыграли минут в матчмейкинг и сколько вы всего сделали. Дальше тут можете посмотреть успехи своих друзей. Сколько они выиграли, сколько чего убили. А тут можете посмотреть успехи, которые также в матчмейкинге, боже мой. Только уже на карте от этой операции. Дальше, значит, что у нас? Доска почета есть. Тут можно посмотреть, сколько миссий выполнили ваши друзья. Вот, я выполнил 3 миссии, тут еще чувак 3 миссии. И тут уже по одной, по 2. А дальше, что тут? Инструктаж. Тут по картам краткое описание карт, как я понимаю. И просто скриншоты. Что для заметок есть. Но это бред полный. Дальше еще есть миссии, да что-то еще. А, ну это то же самое. Вот как бы описание идет миссии и все такое. Ну, в общем-то... На этом все. На этом и заканчивается эта операция. Сразу скажу, ребята, то, что при окончании миссии, как в прошлых миссиях, при окончании миссии какой-то, вам давало в конце раунда оружие. В этих же миссиях вам не дают оружие, вам дают за это очки опыта. Очки опыта вам дают, и вот тут вот вы можете повышать свой опыт. При каждом повышении уровня вы получаете одно рандомное оружие. Вот я повысил уровень, и у меня выпало вот такое вот оружие, оно стоит 30 рублей, прямо с завода, все дела. И, в общем-то, вы сможете каждый день повышать этот уровень, и вам будет каждый день выпадать пушка. А те, кто не купил эту операцию, они смогут раз в неделю получать одно оружие с этой операции. Но оружие тут действительно хороши. Мне прям очень сильно понравилось. Очень прикольный скин, черный такой тут глазик. Прям вот красиво. И сама вот это красиво, я уже сказал. Ну, в принципе, все, операция на этом заканчивается. Тут еще добавили новые карты. Вот, добавили новые карты. Но, к сожалению, я на них не буду играть. Опять же, добавили сезон, который каждый раз добавляют, а в игру его до сих пор не добавили. Но вот только я из-за сезона как бы порадовался, то, что сезон добавили. А остальное, в принципе, как-то неважно. Какие-то непонятные там карты, не очень прикольные. И, в принципе, на этом... Эта операция заканчивается. Также добавили новый кейс, который я сейчас не смогу посмотреть, потому что у меня его нет и надо покупать. Он стоит 300 рублей сейчас, в районе 300 рублей. И ключик от него стоит тоже дорого. Ну, 133, ладно, недорого. А, в общем-то, все. Операция на этом заканчивается. Также в игру добавили новый нож. К сожалению, я вам не смогу показать, но это уже не скин ножа, а именно нож. Какой-то раскладной, но необычный. Вот как на этом значке... Вот как на этом значке примерно этот нож выглядит. Тоже такой же раскладной, но только чуть-чуть другой. Вот, в общем-то, все изменения на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте свои лайки, пишите комментарии. А я вам говорю всем удачи, до встречи, пока-пока-пока.